доме запах ёлки и жатвы. Здравствуй, Санта, пишет мальчик Лёня из большого города Москвы. Здесь у нас не холодно, не жарко, мишура свисает с фонарей. Очень не хватает нам подарка. Санта, принеси его скорей. Говорят, ты добрый, толковый, невозможных просьб для Санты нет. Подари нам всем хороший, новый, настоящий, свежий интернет. Очень просим. Я, сестра и мама, бабушка, отец и вся страна. Чтобы без цензуры и без спама, чтобы без накруток и говна. Добрый Санта, очень просим лично. На тебя надежды все у нас. Подари нам блогеров приличных, вместо тех, что пишут нам сейчас. В соцсетях, по форумам и доскам, и в живой журнал, и на Фейсбук. Принеси людей с нормальным мозгом. Он еще хотя бы сотню штук. Милый Санта, еще до кучи попросить хотел тебя давно. Подари анонимов получше. Старые совсем уже говно. И, конечно, очень просим все мы, от пенсионеров до детей, подари нам всем другие темы для газетных наших новостей. Не дари игрушек и сервиза, не дари открыток и конфет. Подари нам новый телевизор. Старый нам показывает бред. Подари другие кинозалы, подари другой киноэкран, подари смешные сериалы, как у настоящих взрослых стран. Нам не нужно слишком дорогое. Главное, чтобы было в унисон. Подари нам радио другое, чтобы вместо радио шансон. Добрый Санта, будем очень рады, если ты эффектно из мешка вытащишь нам свежих звезд эстрады, вместо тех, что светят нам пока. Даже уточню совсем наглее, если уж без них нельзя сейчас, принеси хотя бы просто геев, вместо пидорасов, что у нас. Санта! Санта, люди просят по старинке ерунду, но ты не слушай их. Не дари нам новые машинки, подари водителей других. Понимаю, трудно с этой ношей, но прошу на всякий случай впредь принеси полиции хорошей. Хоть немножко, просто посмотри. Санта, я люблю подбой курантов видеть много разных новых лиц. Только дай нам тюбик от мигрантов, чтобы им помазать вдоль границ. И при этом, Санта, дай нам слово, только без отмазок и обид, подарить Роскосмос. Свежий, новый. Этот поломался, не летит. Ну и в шутку для эксперимента, пусть мне скажет, раскатал губу, подари нам Санта-президента. Нового, в коробке, не БУ. Чтобы был приличным человеком, чтобы стояла дата и печать, чтобы по гарантии с чеком, если что, могли обратно сдать. Пусть он будет грамотным умельцем, честным и красивым, как в кино. А того, что подарил нам Ельцин, мы уже испортили давно. А еще автомобильный трафик подари без пробок на шоссе. Дед Мороз давно послал нас нафиг. Санта, на тебя надежды все. Добрый, бородатый, с красным носом. Про подарки наши не забудь. Пусть тебе в мешок волшебным бросом это все подбросит кто-нибудь. А в большой коробке с красным бантом прямо в Новый год к началу дня положи под елочку мне Санту нового хорошего меня. Чтобы не тупил, не срался в блогах, был спокоен и трудолюбив, чтобы работал хорошо и много, излучал добро и позитив, и чтобы на нашем новом общем фоне стал неотличим от большинства. Жду ответа. Подпись. Мальчик Лёня, 39 годиков, Москва.